Здравствуйте, друзья! С вами Лейсан Гаязова. Я представляю компанию DeepGarimmingCool. И сегодня хочу показать готовую квартиру планировки 1 плюс 1, которая находится в хорошем комплексе на высоком первом этаже. А сейчас я вас приглашаю на просмотр. Давайте вместе оценим ее. Мы с вами зашли в эту уютную квартиру. Здесь у нас прихожая зона. Как вы видите, шкаф уже есть. Дверь у нас хорошая в этом случае, добротная. Направо у нас вход в наш салон. Налево туалет, а впереди получается спальная комната. Давайте теперь рассмотрим салон. Кухонное пространство в этой квартире у нас отделено вот таким островом. Его можно подвинуть, он мобильный у нас. Есть места для хранения. Кроме того, несмотря на то, что квартира у нас продается без мебели и без техники, но духовой шкаф остается, посудомоечная машинка остается, варочная поверхность и вытяжка тоже остаются. Это очень приятно. Хозяева заберут из техники холодильник и телевизор. Это то, что вы увидите на экране. Остается также у нас стиральная машинка. Зона отдыха в этой квартире у нас очень большая. Как вы видите, здесь у нас разместились два дивана, два рабочих стола, а также одно кресло. И места еще достаточно много. Я с уверенностью могу сказать, что здесь нет такой наполненности, сжатости пространства. Все достаточно свободно. Естественно, это все унесут, и на это место можно взять любой комплект мягкой мебели, который вам понравится. А теперь я вас приглашаю выйти на балкон. Вот такой большой балкон мы с вами имеем в этой квартире. Прекрасно, что он у нас застеклен. Прекрасно, что вид у нас выходит на сад. Он очень ухоженный, зеленый, приятный. Также мы видим бассейн. Можно следить за детками, которые будут резвиться в нем. Я считаю, что это очень приятно, очень удобно. Также здесь у нас находится стационарное место для стиральной машинки. И вот такой вот большой стол здесь разместился. Выйдя из салона, мы с вами попадаем снова в коридор. Здесь у нас общий санузел. В этом санузле у нас хорошая душевая кабинка, подвесной унитаз и умывальник с зеркалом. Кстати, насчет горячей воды. В этой квартире у нас стоит электрический бойлер полноценный. Он остается и входит в стоимость квартиры. То есть наши новые хозяева, приобретя эту квартиру, имеют возможность сразу пользоваться горячей водой. А теперь пройдемте в родительскую спальную комнату. Спальная комната в этом случае у нас большая, порядка 16 квадратных метров. Это очень редко встречается в современных планировках 1 плюс 1. Кроме этого, здесь у нас есть широкий французский балкон, порядка 50 сантиметров. Здесь можно выставлять наружные блоки кондиционеров, например, сушить белье. И вообще достаточно большое пространство, его можно использовать с толком. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру.
Это у нас самые большие планировки квартир 1 плюс 1, которые имеются вот в ТЖ. Порядка 65-70 квадратных метров площадь брутто. А нет, около 55 квадратных метров. Большой салон, большая спальная комната, большой санузел. Есть где развернуться. Вот эта семья, которая продает сейчас эту квартиру, они приехали, пожили, им понравилось, теперь они расширяются, а эту квартиру выставили на продажу. Квартира очень чистая, это у нас срочная продажа, поэтому те, кто заинтересовался этим несомненно выгодным предложением, обращайтесь к нам. А кроме того, хочу подчеркнуть, что местоположение этого дома очень удачное, и комплекс сам большой, здесь имеется полная инфраструктура, детские площадки, спортивные площадки, бассейны, водные горки, беседки, в общем, все необходимое имеется. Местоположение также замечательное, буквально в 150-200 метрах отсюда у нас находится побережье, уже сам пляж, пляжная полоса. Магазины, сетевые магазины А101, ВИМ и ШОК тоже рядом. Остановка общественного транспорта тоже только выйти нужно. Из комплекса можно уехать в любую точку Мерсина. Поэтому обращайтесь, ждем вас. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Лейсан Гаязова.